Всем привет, с вами Фиоранис, и сегодня, я думаю, мы с вами заканчиваем Assassin's Creed Unity. У нас остались последние совместные задания. И начать я решил с самого, блядь, хардового из оставшихся, и при этом еще и в одиночку, потому что на это задание никто не хочет заходить. У него четвертая сложность, и называется оно «Политическое преследование». Я его уже однажды выполнял, и в принципе, да, задание хардовенькое. У меня еще и аптечки не все, у меня там всего лишь 7 штук, по-моему, и 6 бомбочек. А, здесь, по-моему, сейчас надо будет в первую очередь сначала защитить скольких-то граждан, то есть нужно будет убить, по-моему, тамплиеров или что-то в этом роде. А потом надо будет еще их, по-моему, выводить, что там какие-то, блядь, канализационные маршруты открывать. Короче, это хардкор. Бросайте все! Что, уезжаете? Франсуа Анрио, лекаринец, жестокий убийца. Жирондисты были против кровавой бойни, устроенной Робеспьером. Мы полагаем, что ассамблее не следует осуждать людей на смерть. Но Робеспьер не сторонник плюрализма. Он дал распоряжение арестовать всех жирондистов. Друг мой, вы сошли с ума! Решили натравить мясника на депутатов конвента! Уберите руки! Спорить с Робеспьером осмелился лишь Дантон. Мои собратья в конвенте выступят против вас! А, без башки особо не выступишь. Так, едем за остальными. Помогите жирондистам бежать. Произвол! Надо предупредить как можно больше жирондистов, что Анрио уже в пути. Так, надо хотя бы двоих, да? Но лучше побольше. Я вот не помню, у меня, по-моему, всех не получалось. Потом, по-моему, надо в Бастилию еще за каким-то хером лезть. Вам шо, блядь, медом намазано здесь? Ебок. Давай последнего. Так, одни хотя бы напротив, это уже хорошо. В чем дело? Кто вас прислал? Я-то думал, поговорили. Спасибо. Хорошо поговорили. Ну, можно сразу резать. Робеспьер, похоже, обезумел. Нам нужно бежать из города. Нашел! Хоба! А я дальше побежал. Что-то не то. Где лестница-то? Или в окно надо? А, балкончик вижу. Упусти здесь. Ой. Ой. Так ты собой зачем? Вы не из моей охраны. Кто вы? Привет, червяк. Я слежу за тобой. Баночки уходят. А впереди они еще нам ох как пригодятся. Ой. А
Давай там. Полежи, мушка. Как уже? И погнали. Ебать, вот это красиво было. Эти под домашним арестом, походу. Слушайте, может даже всех успею. В чем дело? Ну давай, шептани ему что-нибудь. Это возмутительно. Отлично. Идите. Не-не-не. Я ухожу. Последним-то как залезть? Через дверь только, походу, да? А хули вы тут расстрелялись-то, господа? Так, нет, последних я не спасу. Тут, блядь, стрелки поносили. Ой, вспомнил это дерьмо. Надо залезть на самый верх и зажечь два факела, ёб твою мать. Точно. Да, вот это сейчас будет гемор. Так, продолжаем. Я вот тут добежал до Бастилии. И, в принципе, дальше даже идти не хочу. Ой, здесь на самый верх-то залезть трудновато. Попробуем ядом. Странно. Бля, еще не за жизнь не туда зашел. Сволочь умеренная. Короче, здесь смысла сражаться нет. Чего сразу за пистолет хвататься? Давай на мечах, как мужики. Так, сейчас сбросим, давайте отрубим вот эту хрень. И он как раз, по-моему, кучка уже есть. Для поджига. Шашлиндоси будем жарить. Что творится? Второй не хочет проверить, что случилось? Отличная поленница. Поджечь ее – лучший способ привлечь внимание стражников. Пацаны, банки есть? Там дальше еще хуже. Ha ha.
Братан, мне кажется, зажигалка, блядь, испортилась. Ой, ё. Так, второй на противоположной стороне, по-моему, был. Это самое сложное, по-моему. Хотя... Что сложного? А вот и ты. Сам придурок. Я тебя достану. Как котят. Да, но берсерк надо будет потом купить еще. Прикольная штучка. Правда, для дальнейшего прохождения у меня мало что осталось. Не, хотя патрончики есть. Патрончики тоже хорошо. В смысле ты не по... Ой, ёп. Да, поспешил. Теперь стоять второй раз ждать, пока он подождет. Прекрасно. Жирандисты будут ждать вас у арсенала. Нужно вывести их из Парижа. Столго сена нет? Печально. Надо этих голубей искать. Где голуби сидят, там в сток сена сигануть можно. Тут даже точка где-то синхронизации была, по-моему. А, вон этот взлетел. Нормально, тут и сиганем сейчас. Да, да, вот оно. Так, ну и вот канализационные ворота, это самое такое. Фух, там сейчас будет дохерища армии. Все глазастые. Надо будет какие-то люки открывать, по-моему, в трех местах. Жирандисты прячутся в стоках под зданием. Похоже, они не могут выбраться. Да и пусть там сидят. Найдут себе крысу. Станут черепашками ниндзя. Так, ну вот следующий, видите, синенькая зона. Вот сейчас по ней будем колобродить. И в трех местах, мать твою, надо
херачить эту хрень. Ой. Отдыхай. Пиздец. Быстро трупы бегают. О, шайтан. Да чё лагает-то? Да все, хорош стрелять. Чё, ну давайте по одному заходить сюда. Давайте еще. Вот, слезаем. По одному-то вы вафли. Так сойдет. Так, давайте утонем. Вот у меня что газовые шашки, что банки. Все заканчивается. Отлично, мне тут пульки дают. Не, пульки тоже тема, но. Банки. А, вот банку и дали, отлично. Да, дымовых, походу, у них нету. Пошел отсюда. И ты туда же. Кто парит? Опять наверху сидит, блядь. Ой, у вас там даже два. Да. Загоняйте его. Я тут падал. Стой, стоять. Тик, 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 тик. И вдруг наш герой ловчатый подбежавший. Здесь они меня не найдут. Так, берсека нету, и есть еще пули. Так, осталось последнее. Еще вообще жопа будет. Ну, они все разошлись. Согласен, пацаны, неинтересно. Да какие кокарды! Шпигун ты такси! Ты спокойней! Мысленно! Эй, держите меня! Прикрываем! Серьезно? Вроде все.
Опять банок нет. Ни банок, ни снаряги. Сейчас надо будет затариваться всем остальным. Ну, дальше вроде задание полегче. Единственное, вот там еще следующее будет. Австрийское что-то там. Вот, она, по-моему, такое средненькое. А остальное, я думаю, там последнее у нас пищевое. Тоже с пищей что-то связано, мне кажется, на есть пройдем. Там вторая сложность. Нет, не думаю, что вызовет какие-то сложности. Хотя хрен его знает. Все, писечки, вы свободны. Благодари. Шлю свой поклон Д'Антону. Да его уж ворон доели. Спасли. Спасибо. Я думал не уйти. Благодарю. Je vous ai. Берег чист. Они доберутся без происшествий. Отлично. А я в канализацию пошел. Посмотреть, где они тут шастали. Ай, ладно. Ладно, чё, я за припасами. Увидимся тогда на следующем задании. Так, у меня кто-то в команде будет на австрийский заговор. Панок я, конечно, не на лимит налутал, но мне кажется, лимит здесь не пригодится. Третья сложность, мне кажется, пройдет хорошо. Тем более на двоих человек. Сохраняется. Да все, хорош, погнали. Ой, повесился, походу. Да, рановато, что-то я реально запустил запись. Ладно, уже почти прогрузились. Ну и все, и напоследок, кстати, там, наверное, изёвые задания. Может, даже в одиночку пройду. А может, с кем-то, не знаю. Ну, пока что самое прикольное мне понравилось, это... Париж. С Мирабо. И с Бешеные. Где мы сначала ассасинов спасали, потом надо было какого-то Бешеного-то убить. Избегал патрулей. Д'Антон произнес речь. Нам нужно срочно вернуться в Австрию. Вам придется задержаться, предатель. Жорж Д'Антон, революционный лидер на грани краха. Д'Антон и Робеспьер – отцы французской революции. Их планам угрожает австрийская армия, отправившая шпионов в Париж. Мы знали, что кто-то руководит их действиями. Этот человек поставляет австрийцам данные об обороне Парижа. Еще неделя, и король вернется на трон. Только через мой труп. Д'Антон, возглавивший оборону, в опасности. Мы уже которую игру, миссию с Д'Антона спасаем. О, какой прикольный костюмчик, беленький. А я был быстрей. Задержите их, пока я ищу выход. Должен быть другой выход. Тут должен быть другой выход. Снайпер, что ли, идет? Похоже. Ай. Да хорош настреливать-то, блядь. Вашим головам.
Времени нет. Перехватите шпионов до того, как эти сведения покинут Париж. Благодарю. Отлично. Вас. Берем бумаги. Погнали, Белый. Сашка Белый. Так, он, походу, на дальний пошел. Я пойду тогда вот на эту. Как я удачно зарезал-то. А, он подобрал. Ну и отлично. Так даже проще. Так, а здесь, надо полагать, второй сидит. Сразу вот этих петухов сниму. Сейчас будут, блядь, стоять настреливать. Да, сука! Тебе не спастись! Он не умеет скользить. Красота. Как только отсюда теперь съебать, не помню. А, не, нормально. Чуечка вывела. Так, у нас две цели. Скорее всего, опять будем вдвоем по одному гасить. Как внутрь-то попасть? Не вижу ни хера.
Надо со внутренней стороны двора. Так, парень там что-то огребает. Так, в принципе, если открыть вот эту дверь, он прям будет спиной стоять. Блин. Вот это убийство. Бля, челик, нет! Помер. Вижу тебя. Как туда к нему залезть-то? Ты медленно иди, как улитка. Думал, у нас бежишь. Вижу дверь. Где он? Вот он. Бля, он снаружи сдох. Хуй знает, как тебе пробраться, братан. Прости меня, это мой долг. Как и у Элизы де ла Сер. Я найду другую дорогу. О, я уже ее вижу. Вот все. Тайны Парижа не попали к австрийцам. Отлично. Потрясающе. За один заход. Даже какую-то ачивочку получил. Так, ну все, в принципе, надо, наверное, патрончики пополнить. И можно смело идти на последнее задание. Так, ну вот и завершение, в принципе, наших парижских приключений. На миссию я иду один. За полторы минуты ко мне так никто и не присоединился, к сожалению. Ну, та вторая сложность, мне кажется, это сейчас нормально. Проскользим, пройдем. Вот. Там еще, конечно, есть какое-то расследование, я навстречал. Еще какие-то поиски, задания, еще какие-то задания от этих, просто от ассасинов. Мы там, по-моему, парочку когда-то выполняли, но, знаете, что-то такое. Они вроде как полусюжетные, то есть мы там и Наполеону помогаем, и маркизу де Саду помогаем, и еще какого-то принца вывозим. Вот. Плюс еще задания есть в кофейнях. Типа, может, чтобы кофейни процветали или что-то в этом роде. Но это уже такое, знаете. Если всю игру на 100% проходить, это на очень надолго. Еды, прошу вас. Назад! Назад! Весь немощный. Провиант везли в Париж, но он исчезал без следа, минуя рынок. Идем. Тамплиеры. К счастью, в городе нашлись неравнодушные люди. Мне, дайте мне!
Теруань де Вильку взяла дело в свои руки. Опять она. Пусть они знают, наши семьи тоже хотят есть. Сперва Мерикур требовала больше платить беднякам за их труд. Убьем этих мерзавцев! Но начался голод, и цены взлетели до небес. Народ отчаялся. Главное подсказать им цены. Бунты продолжались. Город кипел от гнева. Этого и хотели тамплиеры. Найдите Мерикур и защитите провиант. Угу. Окей. Мерикур предупредила ассасинов, но отправилась воевать с орденом одна. Догоните ее. Ну прицелься. Шоу манду. С двух ударов падают. Тут была Мерикур. Она где-то рядом. За революцию! За революцию, мать! Банки есть, пацаны? О, во, отлично, отлично, ребята. Баночки с собой носят. И фейерверки. Узнала, где она. И для того, чтобы ты узнал, где она, мне надо было полапать два мешка с картошкой. Мощные технологии, ничего не скажешь. До чего техника дошла? Да идите нахер. Блять, там снайпер стоит, сейчас мне стрелять начнет. Отдыхайте, пацаны. Ах ты, сука, попал. Че, ее поймали, что ли? Не думала, что останется будет так быстро. Да хоть не пиздить. Слышь. Что такой дерзкий, блядь. Нет! А, вот и ты!
Боюсь узнать, что он только что ему срезал. Эти болваны застали меня, когда я пыталась скрыться. Теперь они будут нас ждать. Придется действовать быстро. Я выслеживала эту братью больше месяца. Они крадут провиант по всей округе. Люди говорят, что торговцы просто задирают цены, но это не так. Я говорила в национальном собрании, что дело нечисто, но мне Иди, я полутаю пока. Хотят зафиксировать цены и только. Но я узнала, что за всем этим стоит некая мадам Фурье. Якобы модистка держит лавку у рынка. Но она не модистка. Хорошо, что хоть кому-то еще не все равно. Одной мне со всеми ее людьми не управиться. Так и шо? Или 2 часа из дома выходит? Баночка. Прям уж не мечом поджопник дать, не знаю, чтобы быстрее шла. Вот эта вот прогулка, что-то такое. Я не самая незаметность. Я как тень. Что ж ты раньше пешком ходила? Этих ёбну. Пойдем. Месцы. Сейчас всех завалим. Фейерверки. Хера себе незаметно. Должна доставить хлеб голодающим. Флавинди и ее сброд в здании рынка. Удачи. Спасибо. Там он двое еще подходит, но я думаю, ты с ним справишься. На ту сторону-то, ага. Мне так нравится, когда он прыгает на дальнее расстояние, чисто так руки прям расставляет.
Вот, например. А, ну это немножечко другое, но тоже красиво. Ой, хер с ним, сундуком. Время зря тратить. Ради 250 монет. Похоже, Флавини еще нет. Я бы сперва вручила ее дружку. Дайте, что ли? Давайте, стражники! Мы всех убьем. Меня тоже, да? Жандарма убили. Так, где последний? Ходит. Так, сами тамплиеры вылезли, да? Ой, пацаны, идите нахрен. У меня для тебя послание! Задержитесь! Они в зале прячутся. Раз. И два. Офигенно, реально, вот дымовые шашки в этой игре решают. И скрыться можно. И убить полапачки. Ну не полпачки там, ну троечка точно запросто уйдет. Второе? Что-то я не помню, чтобы я в это задание играл. Ну и хер с ним. В любом случае, мы с вами записали, уже прошли, по-моему, все совместные, весь сюжет и DLC. И на этой прекрасной ноте, я думаю, стоит заканчивать с этой частью. Впереди у нас с вами Синдикат. А потом Истоки, а потом Одиссея, а потом, наверное, еще и Рагнарёк выйдет к тому моменту, пока мы это закончим. Вот. Ну, в любом случае, заканчиваем с Юнити, заканчиваем с Парижем. Это была прикольная история, но об этом я расскажу, наверное, в обсуждении. Ну, а с вами был Филранис. Всем пока. И до новых прохождений.